Всем привет! Декабрь месяц, зимует пасека. Столкнулся с большой проблемой, с синицами. Показываю, в общем-то, два метода расположения ульев. Один повыше, другой пониже. Ну и сами сейчас увидите, что в чем разница. Ульи расположены высоко на стойках, на лаги, соответственно, лежат на столбах. Все красиво, все здорово. Но синицы снизу не дают покоя. Выбивают подмор. Под всеми ульями, под всеми, которые оказались на весу, следы действия синиц. Вон она даже не боится, прилетела за раз. Оп, шныряет. Самое плохое, что у меня здесь кошаков нет. Вон и не она, надеюсь, тут несколько. О, дербаня. А пчелы уже лежат. Так, туда-сюда. Да вот стоят просто на поддонах. И вот пока снега не было, да, они там тоже что-то шурудили понемногу, но как присыпало, все, ни следов, в общем-то, никакого беспокойства. Я думаю, пчел нет. Стоят спокойненько. Поэтому вот и думай, 30 сантиметров от земли, 15-30 сантиметров, или все-таки на поддоне. Без всяких проблем. Стоят, вон стоят у меня тоже на стойках специальных. Тоже получается, что их тоже дербанят снизу пчелы через сетку. А поддонные все занесены. Так что да, принимайте внимание, когда будете устанавливать ульи с сеточным дном, что их все-таки надо ставить, наверное, пониже. Стежком припорошит, и никто их беспокоить не будет. Все, всем удачи. Ну что, вот принял такую полумеру, что ли, не знаю. Засыпал ульи сетчатым дном снегом. Ну, правда, что-то сомнительно. Мне кажется, что между ульями они пролезут, а там внутри все равно будут ковыряться. Ну, посмотрим. Может, у кого есть какие-то предложения по этому поводу, не знаю, что делать. Вот прошло несколько дней после того, как я засыпал ульи. Сколько, не знаю, потом посмотрю, наверное, напишу. Ну вот вижу, что синицы перестали лазить, хоть и дырочки есть. Вот так, если посмотреть, то доступ воздуха. Там внутри тоже воздух есть, то есть задохнуться пчелы теоретически не должны. Хотя еще пока не смотрел, тоже страшновато открывать, но сейчас гляну. Но синицы беспокоить перестали. То есть засыпать снегом — идея рабочая. Вот так, всем привет!